Всем привет! Погнали в спортмастер. Здравствуйте! Это Гумар Абзай. Сейчас поедем в спортмастер, сгоняем. Посмотрим, ребят, палатки, спальные мешки. Ты не просто так, да. Со шкурным интересом. Ты что, на видео? Да. О-о-о. Вот этот, блин, аккумулятор тут провит, да? Что за аппарат? Детский. Детский. Ты что? Нифига тут, что аккумулятор от шуруповерта оказывается. Наверное, не знаю как. Поехали, да? Погнали? Да. Да. Спортмастер есть, а палаток нет. Едем, короче, в тандем. Другой магазин, спортмастер. Бомба. 2500. А, это 2000 черные. А почему черная дискриминация? Негр. Да, да, блин. Расисты. Это мы пристраним. На той стороне тандема? Нет, прямо сейчас сидите напротив вот, мужских вещей будет. Вот с этой стороны. Спасибо. Слева. Да. Как... Ой. Ой, у меня аж рука затряслась. Это Арзанбар. Там работает, это не так. Ну, спасибо. Коврик. Надувно, что ли? Аня палатка. Ага. Да, мне сказали, что здесь всего лишь 7 видов. Там 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 видов. Так, ну нет, такой нет. Это барсику купить можно такой. Ведь маленький будет, да? То он тот надо побольше. Вот этот прикольный, маленький. Я взял бы такой. Сейчас, ребята, узнаем, что посмотрим. Ага, сейчас. Ну, какой-нибудь такой аккуратненький маленький взять бы. Нет, что-то цен нет, ничего нет. А где цены, блин? Или что это? Как тут вообще смотреть цены? Для этого, да? Вот этот, да. А это вообще спальный мешок? Я в курсе. Просто палатка, он сказал. И палатки тоже. Так, 6500. 6500. Это палатка на месте сумки? Спальник, спальник. Ага. А я могу так посмотреть тоже через телефон? Если приложение есть, да, конечно. Приложение есть. 5000. 5000? Угу. Вот, его заберу. Так, смотрите, вот в поиск, и вот сюда нажимаете, видите? А, шайтан. Шайтананама. И вот просто сканируйте эту штучку и... Понял. Спасибо. Нет. Ну не уходи, у нас еще куча вопросов. У нас еще палатки тут, блин. Все, они, по-моему, под заказ. Под заказ? Сейчас. Не, это не у вас должны быть. Что, не работает, что ли? Ага. У меня не работает, она должна работать. Как так? 1999 вообще-то? Ну, 2000, да. Она правильно говорит, 2000 рубль я тебе подарю сам. Да, окей. Есть в наличии? Да, должна быть. Короче, сейчас подъедет Ильгиз. Уже? Не знаю, уже не уже. Сейчас перекусит он дома. Подъедет сюда. А где он? Мы пока с Гумаром ждем кофе. А где кофе? Ну, а до Урской? А-а-а. Сейчас попьем кофе, подождем Ильгиз. Прям да. Потом за палаткой и за спальником. Поведать миру, да? Короче, ребят, я всегда, когда сахар брал, всю жизнь вот так делал. Только сейчас, сегодня, в 40 лет узнал, оказывается, делается вот так просто. Вот человек подсказал. И все. Ёкарный бабай. Где ты был раньше? Капец, блин. Я только сегодня узнал об этом. Так, в тандеме ждем Ильгиза. Должен подойти. Уже здесь где-то?
Про мотоцикл. Информация, так. 40 килог... До 40 килограмм, что ли? А лесопед весит 10. ВИН номера нету? Да ты чё? Краденый, что ли, получается? Блин. Короче, ребят, аккумулятор тут. Такой вот, от шуруповерта. То есть на шуруповерт тоже подходит. 18-вольтовый. Гумар привезет, потом посмотрю его, проверю. Сейчас Ильгиз подойдет и спортмастер. Там у них, у Ильгиза какие-то там промокоды есть, туда-сюда. Заберем сейчас палатку и спальный мешок какой-нибудь. Ну, тот охота, тот крутой. Че ты за пазухой трехлитровой банки не видим, блин? О, Ильгиз идет. Дома? Дома. Надо ее уничтожить. Под кровать. Ты один, я думал, ты с сыном? Нет, ты... Цена спального мешка. Видно? Цена этого спального мешка. Что делать? Не знаю. Надо поспать. Сейчас. Девушка занята? Вот слева на углу, в углу палаточка такая. Можно? Она есть в наличии, у вас три штуки. Можно одну принести? Да. Да. Забираем. Решил взять простую палатку за 2000. Такую. Девушка ушла на склад, сейчас принесет. Посмотрим. Ну как посмотрим? Распаковка будет дома. Ну и спальник до плюс 10. От плюс 10. Короче, забрали палатку и спальный мешок. От 10 градусов. Это минимум. Раньше один спальник только столько вешал, да? Так. Не больше, наверное. А мы им нам пофиг, нам. Мы и в минус 10 попробуем. Испытаем. Вот это Булгар, ребята, куда мы ездили с Ильгизом в прошлом годе. Видосик можете посмотреть. Нет, позапрошлом году. Позапрошлом, да. А мы здесь были разве? А, да. Что-то вот это озеро не помню. Я тоже не помню. Но мы, возможно, мы не все. Но... А, мы сюда вот заехали. Потом поехали вон туда. А это не мадресе? Да мы не заезжали. Не знаю. Не знаю. Еще мы вот здесь были, где там эти верблюды. Нет, вот раз мечеть, потом две мечети, что ли? А точно? Вот в той-то мы ходили с тобой. А, да-да-да. Вот да. Через вот эти вот ворота. А, вот получается, вот это мадресе где-то. О, это мечеть. Да, а вон там ночевали мы где-то. Где-то вот тут. Не-не, недалеко, мы где-то вот, где-то здесь в кустах ночевали, короче. Да-да-да. Классное место было. Да, на окраине. Да, вон недалеко вот от этого места. Да. А, вот же это даже дорога, да, вот она. По которой мы за пивом гоним. Ну. Вот, ребят, Булгар. Это вокзал. Но на макете он, конечно, круче выглядит. Вокзал. Не, он реально такой крутой. Да, мне понравился там вот этот парк, который идет по краю. А вот здесь мы заряжались. Да, там столб, розеточку мы там. И к нам подошел охранник еще. И сказал, не лежите на газоне. Ну. Это видео есть на канале. Болгар. Острый град Свияжск. Здесь я был. Может, не знаю. Я здесь не был. Ни разу. Сколько лет живу здесь, блин? Я как собрал свой мопед, я вот сюда как первый раз съездил. Надо сюда сгонять, кстати, посмотреть. Поснимать. Ну тут на Болгаре интересно, прикольнее. Кстати. Здесь так это. Мало. Достопримечательность. Тут в основном, видишь, с перемешкой частными домами. Ну-ну.